Я рад, что мы снова вместе. Мы посмотрим на еще одного великого человека, которого называют апостолом веры. Его имя Смит Вигглсворт. Я обожаю его многие годы. Я собирал воспоминания людей, знавших его брата, интервью членов его семьи. Мне предоставлялась такая возможность, когда находился в Южной Африке несколько лет назад. В самом начале я бы хотел предоставить слово Лестеру Самралу, который был лично знаком со Смитом Вигглсвортом. В начале этого часа он расскажет вам историю о том, как Вигглсворт молился за исцеление людей. Мои отношения с ним начались, когда мне было 20 лет. До этого я не виделся с ним, но много слышал о нем. Я проповедовал в Сан-Франциско. Мне сказали, вам известно, что Смит Вигглсворт в Англии? Я ответил, нет. Мне сказали, да, он здесь. Мне рассказывали о нем множество различных историй, событий, которые происходили в его жизни. Но я расскажу вам об одном из них. В той церкви, где я проповедовал, и где к тому времени было более 3000 членов, проповедовал и Вигглсворт. В воскресенье после обеда он проводил служение исцеления. К нему приводили людей из больниц в инвалидных колясках, чтобы он помолился за них. И с одной больницы врачи привезли к нему человека, больного раком, в очень тяжелом состоянии. Они не хотели везти его сюда, поскольку в любой момент он мог умереть. Врачи сопровождали его, доставили на переносной кровати прямо на сцену, и вот появился Смит Вигглсворт. Он молился за людей, стоявших в очереди. И он спрашивал каждого человека, что у вас не в порядке? Другими словами, это означало, что у вас болит, какая у вас проблема. Так он дошел до того человека, лежащего на кровати. На больном была больничная одежда, застегивавшаяся на пуговицы на спине. Рядом сидел врач с фонендоскопом в ушах, слушая биение сердца, и говорил всем, что этот человек вот-вот умрет. Вигглсворт спросил, чем он болен. Доктор ответил ему, что тот человек умирает от рака. Вигглсворт спросил, где это у него. Врач сказал, в животе. Смит Вигглсворт был самым необычным человеком из всех, кого я знал. Он размахнулся и ударил прямо в живот. Сила удара была так велика, что больной умер. Его руки безвольно обвисли, и врач закричал. Он мертв, вы убили его. Его родня убьет вас. Вы убили его. Смит Вигглсворт ничуть не смутился. Он сказал, нет, он исцелен. Он не перестал молиться, не перестал этого делать, он пошел дальше. Через 10 минут тот человек уже мог ходить. Он встал с кровати, отодвинул врача и пошел в своей развивающейся одежде вперед. Он последовал за Смитом Вигглсвортом, размахивая в воздухе руками, прославляя Бога. Он кричал, «Я не чувствую боли! Я исцелен. У меня столько сил, что я не помню, когда у меня их столько было». Он сошел вслед за ним, а Вигглсворт был таким оригиналом, что даже не повернулся и не сказал, «О, слава Богу, аллилуйя! Вы только посмотрите на это». Вместо этого он лишь произнес «Слава Богу» и пошел дальше молиться за людей. Вигглсворт родился в июле 1839 года. Он родился в графстве Йоркшир в Англии. Он был одним из великих служителей и пионеров Пятидесятнической церкви в Англии, в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии и Южной Африке. Его считают человеком, принесшим пробуждение народа Австралии и Новой Зеландии. Он неоднократно приезжал в Америку, но большую часть своей жизни провел в Англии. Вспоминая о своем детстве, Вигглсворт рассказывал, что он был родом из очень бедной семьи. Вам это станет понятно, поскольку в возрасте 6 лет он уже работал в поле на сборе турнепса, чтобы заработать денег для семьи.
возрасте 7 лет, он работал полные 6 дней в неделю по 12-14 часов каждый, зарабатывая со своим отцом 75 центов в день. Поэтому он вырос человеком, не боящимся работы, которому с детства приходилось трудиться, чтобы помогать матери держать семью сытой и здоровой. В возрасте 8 лет мать взяла его на собрание церкви методистов, чтобы он мог принять Христа и больше узнать о нем. На том собрании он видел, как его бабушка шумно выражала свои переживания. Он хорошо запомнил, как это происходило посреди всего собрания. Когда Божья сила сходила на людей, они начинали шуметь. But he said, when the power of God began to come, his grandma began to shout and run around the room. In those days, Methodists were more of a shouting народ, than today. 5 сентября 1872 года он ощутил сильное Божье прикосновение, продолжавшееся несколько дней. Он считал этот день временем, когда его сердце реально начало обращаться к Богу по собственной воле и желанию. Часто ваши родители и друзья могут приводить вас к более близким отношениям с Богом. Однако должен наступить день, когда у вас будут собственные переживания Божьего присутствия. Тогда вы сами начинаете следовать за Господом и искать Его волю. В возрасте 13 лет он переехал из Йоркшира в Брэдфорд, где прожил всю оставшуюся жизнь. Он также и погребен в Брэдфорде. Я побывал там несколько лет назад и видел, что это прекрасное место для проживания в Великобритании. В 16 лет Вигглсворт начал работать в армии спасения. Сегодня мы все знаем про армию спасения, что это люди, выходящие перед супермаркетами и поколейными магазинами, особенно во время рождественских праздников, и звонящие в колокольчик и собирающие пожертвования для бедных и голодных людей. Но в те ранние годы они были самыми горячими евангелистами во всем мире. Нам следует когда-нибудь посвятить часовое занятие генералу Буту, чтобы наше служение, чтобы наше поколение знало о его жизни, о его жене и семье. Свое первое служение Смит со своей женой провели еще работая с армией спасения. Я рассказываю вам о том, как начиналась армия спасения, для того, чтобы вы увидели ее духовный потенциал и то, каким благословением было членство в ней. Я уверен, что работа на ниве евангелизации там помогла Вигглсворту в его дальнейшем служении. Генерал Бут был членом прекрасной церкви Великобритании, пастор, который хотел видеть ее рост. Он призывал членов церкви приводить на собрания новых людей, друзей и соседей. Члены начали приводить людей в церковь, молодых бизнесменов, владельцев магазинов и других обеспеченных людей. Генерал Бут начал приводить других людей, которые, по его мнению, тоже нуждались в Боге, уличных бродяг и нищих. Он стал приводить их в церковь, но они не были типичными прихожанами. Они не знали, как вести себя на собрании. Они разговаривали с проповедниками между собой, тут же они пили, ели, и должно быть не очень хорошо пахли. Одежда их также не отвечала критериям пастора. Наконец, пастор отвел Бута в сторону и сказал: «Мы хотим видеть новых членов нашей церкви, но это не те люди, которых мы хотим видеть». Эти слова болью отозвали сердце Бута. Он решил, что должен что-то с этим делать. Он оставил свою церковь и создал армию спасения, целью которой было спасение людей, чтобы поднять их со дна общества и дать их жизни новое начало. Служение Смита Вигглсворта началось с того, что он водил пони под усы по улице. Он не умел красиво говорить, поскольку заикался первый период своей жизни. Затем он получил крещение Духом, и его речь стала более свободной, как у меня, или даже лучше. Но вначале он заикался. Он был стеснителем, боялся аудитории, и все это из-за заикания. Поэтому он участвовал только в детском служении. Он брал пони под усы, шел по улице, усаживая людей на него, говоря: «Идемте со мной, я повезу вас в воскресную школу, а когда все закончится, я повезу вас обратно домой». Так началось служение Вигглсворта в армии спасения, подоставки детей на служение в церкви. So that's the way Wigglesworth began his ministry in the Salvation Army, by getting little children to come to the special services they had for the children and bless them that way. На одном собрании армии спасения сестра Джипси Смита, о котором мы когда-нибудь поговорим, его звали Джипси Родни Смит, он был великим евангелистом в Англии.
Он был европейским цыганом. Он принял спасение и начал проповедовать, будучи еще подростком. И его служение росло в Англии по всему миру. Его сестра как-то проповедовала на собрании, на котором присутствовал Вигглсворт. Там он увидел молодую девушку, которая подошла к алтарю, чтобы отдать свое сердце Христу. Когда он посмотрел на нее, он сразу же понял, что она должна была стать его женой. Так оно и стало. Он женился на прекрасной женщине по имени Поль. Они поженились и счастливо жили вместе до конца своих дней. Иногда в их жизни возникали проблемы, но я бы не назвал их существенными. Смит Вигглсворт не был мужчиной, с которым было легко уживаться. Но его жена не была такой женщиной. Обоим была присущая агрессивность, особенно в плане веры. Однако в этой семье проповедником больше была она. Когда они приняли спасение, она стала проповедовать с кафедры и на улице, и стала одним из ведущих проповедников армии спасения. В те дни проповедники армии спасения становились на углу улицы с музыкальной группой, с трубой, тромбоном, тамбурином, одетые в форму армии спасения. Они собирали людей, начинали проповедовать, и люди принимали спасение. После чего они шли на другую улицу, проповедовали там, приглашали людей в армию спасения. Дальше они шли на новую улицу, там происходило то же самое. Они раздавали трактаты, создавали миссии, чтобы заботиться о бедных людях. Поле занималась всеми этими вещами. И так она стала очень хорошим проповедником в армии спасения. Вигглсворт сильно заикался. Но она хотела всегда вытолкать его вперед, говоря: «Дорогой, выходи и начинай проповедовать». Я не думаю, что она сделала из недобрых побуждений. Она лишь хотела, чтобы он всегда был рядом с ней. И так они были бы хорошей командой, проповедуя вместе, приводя людей ко спасению. Они просили Бога о 50 спасенных душах каждую неделю, и Бог давал им столько, если не больше. Однажды она также вытолкнула Смита вперед. «Иди, начинай говорить». Он поднялся на кафедру, начал проповедовать и стал заикаться. Он был сильно смущен этим, постарался быстрее закончить и передать слово жене. Однажды он так расстроился из-за этого, что сказал: «Я больше никогда не буду этого делать. Я не буду больше проповедовать. Я останусь за кулисами. Я не могу говорить, как ты, и чувствую себя неловко. И я не желаю, чтобы ты выталкивала меня вперед». Она сказала: «Хорошо, пусть так и будет». Он продолжал работать в церкви, возить детей на пони, проповедовать людям на улицах, но не желал говорить с кафедрой, потому что ему мешало его заикание. Однако все меняется, и Смит Вигглсворт был открыт к научению и испытывал жажду к знанию. Он не считал, что чего-то достиг, но всю свою жизнь он стремился к познанию нового. У них была прекрасная семья. У меня есть фотография Вигглсворта с женой и детьми. У них была дочь Элис, сын по имени Сив, Хэролд, Эрнст и Джон. Один из его сыновей умер еще в раннем детстве, и Вигглсворту пришлось пережить смерть одного из своих мальчиков, но все оставшиеся дети имели привилегию служить Господу. Все члены семьи Вигглсвортов, как и многие их потомки сегодня, работали в разных церквях по всему миру. Я имел честь говорить с его внучкой в Южной Африке за год до ее смерти. Если бы мне пришлось еще раз побывать там, мне бы хотелось осуществить некоторые вещи. Прежде всего, мне хотелось бы встретиться еще раз с этой семьей в Южной Африке. Они переехали туда из Конго после начавшейся там революции и гражданской войны. Последнее воскресенье меня пригласили проповедовать в одной церкви, и я узнал, что зять Смита Вигглсворта был пастором этой церкви. Для меня эта новость была как дар от Бога. Я был так рад находиться там и видеться с этими людьми. После проповеди они позвали на обед всех своих детей. Кругом меня окружали Вигглсворты. Там были маленькие дети, подростки, другие люди. От 30 до 40 потомков Вигглсворта. Это было больше, чем на День Благодарения, когда собираются все члены семьи. Я знал, что многие из них знали имя Смита Вигглсворта, но немногие знали, кем и каким он был. Я как-то спросил его внучку: «Что вы знаете о его браке и семейной жизни?» Она рассказала мне пару историй, которые я бы хотел и вам пересказать. Она сказала:
Я помню, как я в детстве бывал у них дома на Рождество и на другие праздники. Там всегда было шикарное кушанье для нас. Смит взял мою бабушку и стал с ней танцевать под рождественскую музыку. Он был так счастлив. Некоторые люди не понимали, как у него, великого апостола веры, была такая забавная сторона жизни. Она вспоминала, что после смерти жены Смит часто приходил к кроватке своей внучки и пел колыбельные песни и говорил с ней. Он очень любил свою семью. Он переживал, молился за них, всегда был рядом с ними. Семейная жизнь Вигглсворта была прекрасным образцом для подражания. Только один раз в жизни Смита Вигглсворта был период, когда он начал отступать от Бога. Он в то время работал водопроводчиком. И вот почему он известен как водопроводчик, ставший проповедником, евангелистом. Его работа стала забирать все его время, и чувства к Богу стали понемногу охладевать. Он стал реже ходить на собрания армии спасения, и жена сказала: «Дорогой, тебе пора вернуться в церковь». Она стала напоминать ему о том, что ему пора вернуться туда, чем он принадлежит. Он так обиделся на нее, что схватил ее и вынес к уличной двери, и выставил ее за дверь на ступеньки. Затем он сел, она засмеялась и пошла обходить дом. Тогда он сам рассмеялся, пошел и открыл ей дверь и сказал: «Знаешь, ты была права, я должен измениться». В следующие два дня он провел в посте и молитве, желая вернуться назад в своем хождении с Богом. Больше такого никогда не происходило. Ибо с такой женой, как Полли, муж не мог надолго отойти от Бога, прежде чем она бы это заметила. Он сказал ей: «Да, я должен вернуться к жизни с Господом». И так он и сделал. Как-то он побывал на служении исцеления. Это изменило всю его жизнь. Он увидел, как за людей молятся с возложением рук, и они исцеляются. Под впечатлением от этого, Вигглсворт выскочил из церкви, где это происходило, нашел первого больного человека на улице, повел его с собой, просто взял и повел, привел его на собрание, подвел к молящимся и сказал: «Этот человек болен, помолитесь за него». После чего он побежал искать другого человека. Его служение исцеления началось с энтузиазма. Он говорил: «Если это действует, так зачем людям болеть? Зачем им страдать от боли и умирать раньше времени? Давайте же будем молиться за таких людей, и пусть они получат исцеление». Когда он активно участвовал в служении исцеления, он услышал о людях, говорящих на иных языках. Пробуждение на улице Азуза коснулось Смита, когда человек по имени Александр Бадди принес весть о Пятидесятнице в Англию и стал распространять эту славную истину в народе. Смит пришел на его собрание, скоро сам получил крещение в духе и стал говорить на иных языках. Он принял силу. Когда же он получил эту силу от Святого Духа, его заикание неожиданно прекратилось. Мне понравилась следующая история. Он вернулся домой и сказал своей жене: «Завтра я хочу проповедовать». Она решила, что произошло чудо, потому что Смит уже давно работал с ней, но никогда не проповедовал сам. Он помогал ей организовывать служение, помогал детям добраться до школы, он всегда был рядом с ним, но и вроде бы был этим доволен. Она решила, что она останется на кафедре, а он займет другое место в их служении. И вот он приходит к ней и говорит: «Завтра я хочу проповедовать, ты не против этого?» Она сказала: «Конечно нет, я не против». Она была глубоко удивлена. Это было ее давнишним желанием, чтобы ее муж проповедовал вместе с ней. Много лет назад он сказал ей «нет», а теперь говорит: «Я хочу проповедовать». Она поняла, что случилось чудо. Она давно была готова к нему, и вот, наконец, оно произошло. На следующий день он получил разрешение от жены. Она сказала: «Я с удовольствием уступлю завтра тебе свое место».
Он вышел и начал проповедовать. Вначале он начал заикаться, как и прежде. Но в этот раз он решил продолжить. Когда же он сделал это, сила сошла на него, и заикание прошло. Он продолжал проповедовать и делал это с дерзновением, и больше никогда не заикался. И с того самого дня и до самой смерти он больше ни разу в жизни не заикался. Бог исцелил его. Когда вы принимаете Святого Духа, с вами что-то происходит, что-то меняется. Так началось проповедническое служение Смита Вигглсворта. Некоторые из его проповеди продолжались не более 10 минут. Кто-то рассказывал мне, я слышал, как проповедует Вигглсворт. О чем же он проповедует, спросили его. Он говорил только одну фразу в течение 10 минут. Он ходил взад и вперед по сцене и кричал, как только мог, «Верьте мне, верьте мне!» Только верьте. А после этого к нему выстроилась очередь, и люди получали исцеление. Он не был традиционным британским проповедником, он даже не был американским или австралийским проповедником. Он пошел сам в себя. Бог исцелил его от заикания. Он имел дерзновение, к которому многие люди не были готовы. Но он не мог быть другим. Когда он молился за больных, и об этом вы уже слышали, пастора Самрала, он не просто деликатно возлагал на них руки. Иногда он бывал резок и даже груб. Критики спрашивали его, зачем вы бьете людей? Он сказал, я не бью людей, я бью бесов, которым вредят. Так он им отвечал и шел по своим делам, потому что если вы видите результаты, вам не интересно будет тратить время на споры с оппонентами. Давайте теперь еще раз послушаем доктора Лестера Самрала, человека, которого я считаю своим духовным отцом. Он путешествовал с Ховардом Картером, построившим первую в мире пятидесятническую библейскую школу в Англии. Он ездил с ним по всему миру. Приехав однажды в Англию, он услышал рассказы о Смите Вигглсворте и обо всем, что с ним происходило. Представляете? Он лупит людей, иногда пинает их, но при этом они исцеляются. Приходит больной, он его стукнет, и тот выздоравливает. Я бы согласился на такое, лишь бы исцелиться. Мне бы это не помешало, если бы я хотел получить исцеление. Я бы даже предпочел это приятному собранию, на котором ничего не происходит. Смит слышал все эти истории. Он проповедовал на одном собрании, на котором присутствовал Вигглсворт. В то время он был молодым проповедником, он встал и начал проповедовать. Внезапно посреди проповеди большая рука опустилась на его плечо. «Сынок, Дух Святой закончил свою работу около 15 минут назад. Хорошо бы, чтобы ты сделал то же самое». Таким было его первое знакомство с Смитом Вигглсвортом. Брат Самрал удостоился чести побывать у него дома, и он сам расскажет вам об этом. Он расскажет о последней встрече со Смитом Вигглсвортом. Человека, с которым я путешествовал, звали Ховард Картер. Он был из Англии. Он был президентом местного библейского колледжа. Это было своего рода подготовительное заведение для служителей. Он мне еще кое-что рассказывал о Смите Вигглсворте. Со временем я уже хотел увидеться с ним больше, чем с кем бы то ни было. Я горел желанием увидеться и поговорить со Смитом Вигглсвортом. Мы приехали в Англию вдвоем. Проехав через всю Австралию, страны Востока, через Европу, мы пересекли Сибирь и Россию, и наконец добрались до Англии. Через неделю после нашего приезда там началась всемирная конференция. Доктор Ховард Картер был человеком, проводящим эту конференцию. Он был ее председателем. Он попросил меня проповедовать по вечерам, поскольку был евангелист, а Смита Вигглсворта после обеда, поскольку он учитель. Меня познакомили с ним. Я был первую неделю в Англии и уже встретился с человеком, с которым давно хотел увидеться. Он сидел в церкви как статуя, внимательно слушая проповедующих. Я приехал рано перед обедом, так что я был первым, кого он слушал. В конце проповеди я обратился с призывом к покаянию. Немногие тогда приняли спасение, потому что большинство присутствующих сами были проповедниками. Но поскольку я был евангелистом, я обратился с этим призывом. Когда я закончил, я сошел со сцены, там стоял Смит Вигглсворт, уставившись на меня. Он положил мне руку на плечо и сказал, «Сынок, ты должен ко мне зайти». Меня когда-то вызывали в кабинет директора в школе, и я знал, что такое вызов директору.
И это было очень похоже на это. Я подумал, что он хочет увидеться, чтобы поругать меня. Я сказал: «Да, сэр, когда мне прийти?» Он сказал: «В любое время. Я живу в Брэдфорде. Вот мой адрес и номер телефона. Приходите». И я спросил: «Когда мне прийти?» «Приходите поскорее, сейчас я живу дома». Я прожил в Англии уже пару лет. И через неделю после нашего разговора я был на пути в Брэдфорд. Где бы вы ни жили в Англии, вам придется проезжать в Брэдфорд. Он находится в центре страны, поэтому очень удобно купить билет до Брэдфорда, а потом приобрести билет в любом направлении, куда вам нужно, оттуда. Я приехал к нему, нашел его дом, я позвонил в колокольчик на двери. Тогда были самые обычные колокольчики, тогда не было электрических звонков. И стал ждать, пока он не откроет дверь. Он не видел меня со времени нашей первой встречи. А с того времени, в результате общения с англичанами, я выглядел и говорил, как они. На голове я носил шляпу, как у Чарли Чаплина. Я был одет в длинный пиджак и полосатые брюки. И длинное синее пальто, доходившее мне едва до колен. Под мышкой у меня был зонтик с одной стороны, а с другой стороны у меня была газета. В руке держал дипломат, где лежала Библия. Я был вот в таком вот виде. Смит Уиглсворт открыл дверь и уставился на меня. Он не сказал: «Доброе утро, как у вас дела?» Он спросил: «Что у тебя под мышкой?» У меня был, с одной стороны был зонт, с другой стороны газета. Я ответил: «Газета «Утренние новости», сэр». Он сказал: «Выбрось ее. Не смей входить с ней». Я сказал: «Да, сэр». Я взял, засунул ее в кусты. Он посмотрел на меня и сказал: «Заходи». Я зашел, снял пальто. Мы зашли в гостиную, которая была первой комнатой направо. В камине горел огонь, было очень уютно. Вместо того, чтобы спросить, откуда я, куда направляюсь, он сказал: «Я вот тут читал книгу». И сел, и полчаса читал Библию. Затем он сказал: «Давайте помолимся». И мы молились еще полчаса. Затем он возложил на меня руки и сказал: «Боже, благослови его». Я уже думал, что когда он это закончит. Он сказал: «Я хочу еще почитать». И он еще полчаса читал Библию. Потом мы снова молились. Я подумал: «Господи, зачем я сюда пришел?» Немного погодя, зашла его дочь, Элис. Она приготовила обед и пригласила нас пообедать. Йоркширский пудинг, ростбиф, вкуснейший соус к мясу с сушеным горохом. У нас был замечательный обед. И когда мы закончили, он встал из-за стола и сказал: «Приходи еще». И ушел. И его дочь объяснила мне, что он пошел отдохнуть. Я подумал, что мне тоже пора уходить. Я попросил пальто и вышел. Но не успев пройти квартала, я почувствовал, что что-то я получил. Я почувствовал себя иначе. Я что-то получил. Я принял благословение. Я получил помазание. Что-то хорошее произошло со мной в этом доме. Я сказал себе: «Я еще вернусь сюда». 10 дней спустя я снова был там. На мне был длинный синий плащ. На мне была шляпа и мой зонт. Но я не стал брать газету. Когда он видел газету, он говорил: «Я не позволю, чтобы эта ложь находилась в моем доме. В моем доме вместо истины, а в них полно лжи. Поэтому оставьте их на улице». Я просто послушался его и сделал то, о чем он просил. Я вернулся через 10 дней, а потом еще через 2 недели, а потом еще через 2 недели.
Я все продолжал, навещать этот дом. Я продолжал слушать его, читать Библию, молиться и слушать его рассказы о великих чудесах, которые Бог совершил через него по всему миру. Моя вера начала укрепляться и расти в присутствии этого человека. Мы стали хорошими друзьями. Он приглашал меня проповедовать в своей церкви. Я был ему очень признателен за это. Мы с ним часто виделись. И за все эти 2 года нашего общения я никогда не видел других посетителей в его доме. Многие из нас хотели иметь веру, как у Смита Вигглсворта. И сегодня многие восхищаются им. Но тогда мы воочию видели его. Я был молодым американцем, я желал того, что было у этого старика. Он заинтриговал меня. Его грубая простота заинтриговала меня. Он был для меня как источник живой воды. И она была настолько желанна для меня, что я приходил и пил снова и снова. Мы прекрасно проводили это драгоценное время общения со Смитом Вигглсвортом. Теперь я хочу вам рассказать о 2 вещах. Первое — это то, что я находился в Англии, когда Вторая мировая война началась, в 1939 году. Я проповедовал по всей Европе. Мы знали, что приближается. Мы знали, что скоро начнется. Я проповедовал в Германии, и на каждом собрании присутствовали люди из гестапо. Мы знали, что происходит в Европе. Это был центр подготовки к войне, готовы разразиться. Так и случилось в 1939 году. Я жил там, когда гитлеровские армии двигались через Бельгию, Голландию, Францию. Британское правительство прислало ко мне особого агента домой в Лондон, где я жил при библейской школе. Он сказал: мы будем следующими. Мы вынуждены отослать вас из страны. Мы вступили в войну, а вы наш гость в нашей стране. Британское правительство приказало мне уехать из Англии. Я пошел попрощаться с друзьями, одним из которых был Смит Вигглсворт. И я снова пришел к нему. Теперь мы были уже старыми друзьями. Нам было много о чем поговорить. Он был для меня благословением во многом. Он обсуждал со мной места из Библии, и так мы проводили многие часы. И тогда я хотел почаще видеть его, и он хотел почаще видеть меня. В то время мне было 25 или 26, а ему было 85. Это такая же разница, как у Авраама с Исааком или у Павла с Тимофеем. Я рассказал ему свои новости. Я сказал: брат Вигглсворт, я больше с вами не увижусь. Я должен уезжать по причине начала войны. Правительство дало мне несколько дней, чтобы выехать из страны. Я поеду в Америку и в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. Общение с вами было большой редкостью для меня. Только такие люди, как Ховард Картер и Дональд Джи, были для меня таким же благословением, каким были для меня вы. Я смиренно благодарю Господа за вас и за время, уделенное мне, и возможность слышать, как вы говорите с Богом в молитве, как вы читаете живое Божье Слово, и видеть, как оно оживает в вашей жизни. Я так благодарен и признателен вам за это. А теперь мне надо уйти. Он встал на ноги, и слезы потекли у него по лицу. Так он мне напомнил собой адвоката или бостонского банкира, или что-то среднее между ними. Его волосы были всегда хорошо и красиво уложены. Он был очень необычен. Он встал передо мной, как генерал. Он сказал: я хочу благословить тебя.
Я сказал, да, сэр. Он делал это массу раз. Он возложил на меня руки и крепко прижал к себе. Я прижался к нему головой. Слезы из его глаз текли у него по лицу, падая мне на лоб, и текли дальше по моему лицу. Плача он произнес, «О Господь, пусть вся вера, что есть в моем сердце, будет в сердце у него, и пусть познание Бога, пребывающее во мне, пребудет также и в нем. Пусть все духовные дары, работающие в моем служении, работают в его жизни. Из моих глаз потекли слезы. Он же стоял, молился и тоже плакал, крепко прижимая меня к груди. Я ощутил, как помазание Всевышнего Бога перетекало из него ко мне. Многие люди были благословением для меня. Я бесконечно благодарен Богу за возможность, будучи еще юношей, ездить по всему миру и видеть великих людей, посетить 100 разных стран. Это великая честь. Я высоко ценил эту возможность. Разжав свое объятие, он сказал, ты будешь благословен, вера пребудет в тебе, и ты будешь совершать невиданные дела. Я считаю, что это было пророчество. Затем он сказал, я хочу тебе кое-что сказать. Я сказал, да. Все, что я видел, это его глаза горящие, как глаза Ильи, когда он увидел колесницу Всевышнего. Его лицо светилось величием, когда он взглянул на меня и сказал, я вижу это. Я спросил, что вы видите? Он сказал, я вижу, как пробуждение приходит на планету Земля. Оно будет ни на что не похоже. Я вижу, как приходит пробуждение. Там будут бесчисленные множества, огромные множества спасенных людей. И уже никто не скажет, их столько-то и столько-то, потому что их никто не сможет перечесть. Тех, кто придет к Иисусу. Я стоял и слушал, а он пророчествовал и видел видение. Потому что он говорил, я вижу это. Он сказал, мертвые будут воскресать. Больные артритом будут исцеляться. Рак будет уходить. Он начал рассказывать мне о великих вещах, о том, что никакая болезнь не сможет устоять перед Божьим народом. И такое будет происходить по всему миру, не только в одном месте, но по всему миру. Божья сила будет двигаться повсюду, касаясь людей. Я внимательно слушал его. Затем он открыл глаза, посмотрел на меня и сказал, «Я этого не увижу». But you shall see it. Но ты увидишь это. That was the end of it. You shall see it. И это все. Больше он ничего не сказал. Был еще один великий человек по имени Дэвид Дюплесси, который имел возможность быть со Смитом Вигглсвортом. Он также дал этому молодому человеку пророчество, что наступит время, когда тот увидит великие чудеса и знамения пробуждения, когда будет везде изучаться Слово. Я верю, что сегодня мы живем во времена начала осуществления этого пророчества Вигглсворта. Поэтому я вдохновляю вас тем, что мы живем сейчас в это время. Иногда мы обнаруживаем движение Божьего Духа, когда время уже прошло, и мы пропустили его. Так давайте же вырабатывать в себе способность понимать время, в которое мы с вами живем, и уметь пользоваться тем, что приходит от Бога, чтобы благословлять этим людей, живущих с нами на земле. Я хочу рассказать вам о некоторых чудесах и вещах, которые совершенных Вигглсвортом во время его жизни. Они вдохновляли меня и продолжают вдохновлять. Некоторые кажутся забавными и захватывающими. Я слышал о человеке, присутствующем на собрании Вигглсворта, когда тот проповедовал в Техасе во время одной из своих поездок по Америке. Разумеется, что он молился за больных. Ему выстроилась очередь, и он говорил, я буду молиться только один раз, потому что молясь два раза за человека, проявляю неверие.
Пастор церкви той рассказывал, что он помогал людям на сцене. Вигглсворт молился за людей. Одни получали мгновенное исцеление, другие по пути домой. В первый вечер там был один влиятельный человек, что было видно по его одежде. Он стал в очередь для молитвы. На следующий вечер он снова пришел и снова стал в очередь для молитвы. Пастор не видел, откуда начал Вигглсворт молиться, хотя он слышал, что Вигглсворт не будет молиться за одного человека дважды. Пастор не заметил, как тот человек снова стал в очередь. Наконец, Вигглсворт спросил, не молился ли за вас вчера? Тот ответил, да, но я не получил исцеления. Вигглсворт сказал, маловерный, прочь со сцены. И он толкнул его со ступенек, так что пастору пришлось его подхватить, когда тот летел вниз. Он сказал, не возвращайся, это неверие. Не возвращайся сюда больше. Я не знаю, какое дерзновение нужно иметь для этого, но Вигглсворт не боялся так говорить. Он знал, что он говорит и что он делает. Брат Саммерл рассказывал мне такую историю. Однажды я спросил его, когда он проповедовал в моей церкви, «Брат Саммерл, что было самым смешным из того, что делал Вигглсворт?» Он рассказал мне о том, как он благословил его, но я спросил, а что было самым забавным из того, что сделал Вигглсворт? Он долго смеялся перед тем, как рассказать мне следующую историю. Он сказал, мы находились вместе в Уэльсе, проводя одно собрание. Для нас приготовили шикарный стол. Люди в Уэльсе любят петь песни, они зажарили для нас целую свинью и сделали другие кушни, расположились все на столе, чтобы после окончания служения все проповедники могли собраться за ним и пообедать. Они попросили Вигглсворта попросить Божьего благословения на эту пищу. Он сказал, я с удовольствием помолюсь и благословлю эту пищу. Все закрыли глаза, склонили голову, и Вигглсворт произнес, «Господь, если ты благословишь то, что однажды проклял, тогда благослови им эту вонючую свинью. Аминь». Нам надо было видеть реакцию Уэльса, приготовивших этот стол, и посторонь не знаешь, что теперь делать, есть или нет. Это было самым смешным, что я когда-либо видел у Вигглсворта. Считалось, что Вигглсворт воскресил 23 человека из мертвых. Один историк из Великобритании уверяет, что у него есть 23 подтверждения воскрешения у Вигглсворта кого-либо из людей. История, которая кажется мне наиболее правдоподобной, повествует о человеке, воскрешенном на ранней стадии служения Вигглсворта. Один раз его попросили помолиться за человека, который уже был мертв. И члены семьи, которые плакали и горевали, они безмерно скорбели. Вигглсворт поднял того человека с кровати, прислонил его к стене и сказал, «Я приказываю тебе жить». Дальше он отпустил этого человека, тот свалился на пол, он поднял его с пола, силой поставил к стене и закричал, «Я приказываю жизни вернуться в тебя». И снова отпустил его. Тот опять бахнулся о пол. Затем он схватил его в третий раз и снова поставил к стене, говоря, «Я приказываю тебе жить». И отпустил его. Тот снова упал. Но через несколько минут глаза человека открылись. Он поднялся и вышел из комнаты. Я не знаю, хватит ли у вас веры поднимать и ставить мертвеца к стене хотя бы один раз. Но он это делал трижды. Воскрешение Вигглсвортом умерших — это самая удивительная история, услышанная мною проповедником. Мне также рассказывали историю о хромом ребенке, который не мог ходить, и которого принесли родители, у которого были вывернуты ноги. Девочке было где-то 2-3 годика. Она могла только немного стоять. Вигглсворт спросил, чем больна девочка? Ему сказали, что форма ступней не позволяет ей ходить. Он сказал, поставьте ее на пол. Я бы не поверил в это, если бы мне не рассказывали это очевидцы. Вигглсворт попросил родителей поставить ребенка на пол на сцене. Вигглсворт попросил родителей отойти назад. И затем он пнул этого ребенка ногой так, что тот полетел в аудиторию. Можете представить, у матери с отцом чуть не выскочило сердце, в народе раздался приглушенный крик. Однако ребенок нормально приземлился на обе ноги и сразу же пошел. Не знаю, какую нужно иметь веру, чтобы бросить ребенка в проход между рядами, чтобы тот при этом встал на свои выпрямившиеся ноги и мог нормально идти. Это потрясающая история. И это не просто христианский фольклор. Это мне рассказывали люди, воочию видевшие этот случай. Наверное, я смог бы что-то такое делать, если Господь этого желает, но для этого требуется вера.
Вигглсворт рассказывал историю о том, как он однажды путешествовал поездом. В Великобритании железные дороги по-прежнему остаются важным средством передвижения. Он ехал в поезде и верил, что он носитель Божьего присутствия. То, что вы носите, может обличать людей, а также исцелять их от болезней. Он сидел в поезде, думая о своем, и направляясь в другой город, где хотел проповедовать. Внезапно человек, сидевший позади, вскочил и сказал: «Вы обличили меня во грехе, что мне делать?» Вигглсворт сказал: «Вам просто нужно найти время покаяться и примириться с Богом». И там, прямо в поезде, на глазах у всех, они преклонили колени, и Вигглсворт привел этого человека в молитве к Богу. В другой раз, ожидая на станции поезда, он видел, как молодая девушка играла с бродячей собакой на платформе. Когда подошел поезд, девушка сказала: «Иди домой». Но собака не хотела уходить. Настало время садиться в поезд. И девушка закричала псу: «Пошел вон отсюда!» И тогда Вигглсворт крикнул ей: «Так же поступайте с дьяволом!» И сел в вагон. Некоторые люди сторонились его и боялись с ним говорить. Теперь я хочу показать вам одну из своих наибольших находок. Это единственный случай, когда Вигглсворт был снят на кинопленку. Здесь нет звуковой дорожки. Эту пленку нам предоставила пожилая женщина, работавшая в книжном магазине Уэйн Макферсон, с которой я беседовал много лет назад. Она сказала: «Мой отец снял несколько фильмов о нем, которые теперь хранятся у меня. Я могу вам их дать». Мы прокрутили эти пленки, обнаружив, что на них не записан голос. То, что сейчас вы видите, это Вигглсворт. Сейчас стоит шляпой. За ним вы видите его дом, в котором он жил в Брэдфорде. Это парк. Здесь он идет в сад. Здесь он с пастором одной из крупнейших церквей в Лос-Анджелесе. Это девушка, чей отец снимал этот фильм. Вот они гуляют. Плохо, что у нас только изображение. Было бы неплохо иметь и звук, но слава Богу за это. Здесь мы сможем наблюдать за беседой двух проповедников. Здесь они снова гуляют. Здесь они снимаются, фотографируются. Сейчас он ее поцелует. Съемки в селе. Здесь они переходят мост. В этом фильме запечатлено время отдыха. Здесь вот они снова гуляют, переходят мост. Здесь они возле заправочной станции. Это в начале 40-х годов. Это мое любимое место. Это где он жил. Это город Брэдфорд в Англии. Это дверь, в которую стучался брат Самру. Когда Вигглсворт спросил, что у тебя под мышкой, и Самру пришлось взять газету и засунуть ее в кусты. Сегодня в этом доме живет мусульманская семья. В Брэдфорде проживает группа мусульман. Несколько лет назад я был в этой стране и посещал достопримечательности христианской истории. Мы пришли в этот дом, а те мусульмане даже не знали, кто жил в нем. Горько признать, что прямо в передней комнате они продают спиртное. Надеюсь, что меня кто-нибудь услышит и купит этот дом, и вернет ему христианское содержание, создаст там маленькую церковь. Может быть, он слишком мал, но мы все равно хотели бы его вам показать. Это одна из моих лучших находок. Кто-то собирает фотографии бейсболистов, а мне нравится собирать историю пятидесятнической церкви, чтобы затем я мог рассказать вам и грядущим поколениям об основании, на котором мы стоим, о великих мужах веры, созидавших Божье Царство, творивших праведность, получавших Божьи обетования, побеждавших духи зла и благословляющих нас сегодня. Брату Вигглсворту принадлежат замечательные фразы. Некоторые из них я вам процитирую. Он говорил: «Если дух не двигает меня, я буду двигать его». Если он говорит о своей вере, если его дух не движется, тогда ему требуется вера, чтобы сделать первый шаг на служение. Он говорит: если вы полны Духа Святого, вы не должны говорить «я могу», потому что когда вы исполнены Духа Святого, тогда Христос, пославший его, делает все через вас. Он говорил: меня не трогает то, что я вижу, меня трогает лишь то, во что я верю.
Он говорил, страх смотрит издалека, а вера бросается вперед. Он говорил, я предпочту иметь рядом людей, не исполненных Святого Духа, но имеющих жажду Бога, чем людей, принявших Святого Духа и оставшихся удовлетворенными своими переживаниями. Он говорил своим критикам, всех нас кто-то критикует. Сложите свои зонтики, зонтики своих предрассудков, и приходите и берите то, что принадлежит нам с вами. Интересно заметить, что каждый великий муж или жена Божья всегда имели своих противников. Он говорил, я предпочту умереть с верой, чем прожить жизнь неверия. Как исцеляющий проповедник, он говорил, я предвижу дни, когда людям будет трудно получить исцеление от Бога, потому что появится много других средств, которым людям будут доверять больше. Можно сказать, что эти дни уже настали. Брат Уигглсворт умер в марте 1947 года. Брат сам рассказывал о том, как он умер. Он пошел на похороны своего друга. Когда он поднимался по ступенькам церкви, где должно было проходить мемориальное служение, он видел девушку, за здоровье матери, которой он молился. Он спросил, как дела у вашей мамы? Та резко ответила ему, с того времени ей стало хуже, повернулась и ушла. Брат Самрелл рассказывал, что этот ответ сильно ранил сердце Уигглсворта. Когда такая юная особа так грубо, была так груба с ним, он зашел в здание, его припроводили в комнату пресвитеров, как мы ее назвали сегодня. Они там сидели, задали различные темы, задавали вопросы в своей беседе. И человек, говоривший с Уигглсвортом, на мгновение отвернулся от него, подойдя к столу. А когда он повернулся назад, брат Уигглсворт, был уже мертв. В возрасте 70 лет Уигглсворт попросил Бога продлить его жизнь еще лет на 15, и Бог дал ему эти 15 лет. Он прожил полноценную жизнь. Он не страдал болезнями, которыми болеют люди в его возрасте. Он прожил хорошую, здоровую жизнь. Он принес весть о Пятидесятнице в Австралию и Новую Зеландию, когда проповедовал там. Люди говорили, если вы молитесь с Уигглсвортом, вы не сможете оставаться с ним в одной комнате. Когда он приехал в один город, там был проповедник, который говорил, «Я не уйду из-за того, что этот человек поклоняется Богу». Дело не в его поклонении, а в том, что происходит во время этого. Однажды проходило молитвенное собрание, на котором присутствовал этот проповедник. Уигглсворт начал молиться Богу, чтобы тот явил себя и благословил людей и исцелил их. И один за другим проповедники стали уходить, не в силах выдержать Божье присутствие, которое пришло в то время, когда он молился. Даже тот человек вышел в конце концов из комнаты. Сегодня в Новой Зеландии вам рассказывают историю об этом человеке. Я верю, что люди чувствовали ощутимое Божье присутствие. Он мог сам иногда не чувствовать его, но оно было важной составляющей его жизни. Даже больше, чем мы сами можем это представить. Об Уигглсворте написано много книг. Мы можем прочесть его историю жизни. Это прекрасное повествование его жизни. Я предлагаю вам приобрести эти книги. Я бы хотел вам рассказать, что более чем в течение 10 лет я собирал все его неопубликованные проповеди и учения. Теперь они находятся в этой книге под названием «Полное собрание учения Уигглсворта». Здесь 850 страниц его проповеди. Я не редактировал его стиль речи, я оставил его в первозданном виде. Я оставил здесь языки, истолкования, пророчества и даже песни, которые он пел на служении. Мы оставили все это для вас. Люди получают благословение от его учений, и мы поместили их в эту твердую обложку. Вы можете получить эту книгу, если напишите и позвоните мне, или пойдете в ближайший книжный магазин. Мы рекомендуем вам приобрести и прочесть ее. Я получил от нее большое удовольствие, и она вдохновляет во мне веру. Она вдохновит и вас, если вы учитесь в библейском колледже, вы сможете найти в ней ответы на вопросы, которые в его время ему задавали учащиеся библейских колледжей. Желаю вам иметь такую же веру, как у Уигглсворта, только веруйте и никогда не сомневайтесь. Смит Уигглсворт родился 10 июня 1859 года и умер 12 марта 1943 года.